Между тем, согласно Уголовному кодексу, наказание для граждан, управляющих транспортным средством в нетрезвом виде, карается лишением водительских прав до 3 лет и тюремным заключением сроком до 7 лет, если в ДТП погибли люди. Ужесточить наказание за вождение в пьяном виде неоднократно предлагали депутаты Государственной Думы. Так, за гибель человека в ДТП, по мнению парламентариев, необходимо увеличить тюремный срок до 9 лет, а за гибель нескольких участников аварии – от 5 до 15. Кроме того, наряду с лишением прав, считают народные избранники, у нетрезвого водителя нужно конфисковывать и транспортное средство. Как необходимо наказывать водителей, севших за руль пьяными, мы спросили у горожан. Мнение саратовцев о наиболее действенных мерах узнала наша съемочная группа. Как вы считаете, как нужно наказывать водителей, которые сидят с пьяным за рулем? Лишать водительских прав и очень большие штрафы вводить. Лишать автомобиля? Пожизненно лишать прав. Полностью лишать права управлять транспортным средством. Страдают ни в чем не повинные люди, гибнут дети. Наверное, надо наказывать штрафом и сажать. Лишение прав на всю жизнь. Как еще? Ну как лишать свободы, потому что как это так, пьяным садиться за руль, это же люди ходят и страдают невинные абсолютно. Это какой срок? Ой, я не знаю, ну большой, лет на 5, на 10. Пьяных водителей нужно просто лишать навсегда водительских прав. Они просто должны сдать свои права и идти бухать. Все, либо пить, либо ездить. Пожизненно лишить их прав полностью.